Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В январе и феврале этого года в авариях на дорогах Кировской области погибли 20 человек, травмы получили 279. За те же месяцы 2019-го смертей в ДТП было больше на треть, информирует управление ГИБДД. Аварии с двумя и более погибшими произошли в Кирово-Чепецком, Вятскополянском, Котельническом, Мурашинском, Оричевском и Юрьянском районах. Трасса 101. Поправки в законодательство, разрешающие автосалонам выдавать регистрационные номера транспортных средств, как известно, вступили в силу с 1 января. Ожидалось, что соответствующую услугу дилеры начнут оказывать с 1 февраля. Теперь назначена новая дата – 1 марта. Глядишь, так и год скоро закончится. Продавцы авто подтвердили, что кроме оплаты госпошлины за номера 2000 рублей, они будут взимать комиссию, не превышающую 500 рублей. Трасса 101. Серебро достается Kia Rio. Кореец по итогам февраля впервые за долгое время занял второе место в списке самых продаваемых новых легковушек в России. На третью строчку опустилась Lada Vesta, ну а золото с большим отрывом снова заполучила Lada Granta. Также в первую пятерку попали Hyundai Creta и Hyundai Solaris. Трасса 101. Угроза коронавируса вызвала кипиш в московских таксопарках. Роспотребнадзор рекомендовал организациям проводить ежедневную дезинфекцию автомобилей с применением хлорсодержащих препаратов. Кроме того, извозчиков необходимо снабдить достаточным запасом медицинских масок. Интересно, где таксисты их возьмут, если они исчезли из аптек. Также не рекомендуется выпускать на линию водителей с признаками простуды. Трасса 101. Вы бы купили «Волгу» 1988 года выпуска за 1 миллион рублей. А что, спросите, такие еще не сгнили? Нет, экземпляр, уверяет продавец, житель Челябинска, простоял в гараже более 30 лет. Столь высокую цену он объясняет незначительным пробегом, немногим более 1500 километров, и наличием заводских пломб и обработки. Машина заводится с полоборота. Да, в такой почувствуешь себя, как в танке. Как говорится, настоящее железо, но все равно дороговато. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.